2021-2022 учебный год можно считать открытым. Выпускников и первоклашек в лицее номер один сегодня встречали как рок-звезд с музыкой и фейерверком. Одни прошли долгий путь, чтобы попрощаться с родной школой, другие, напротив, только переступят ее порог. Однако впереди их ждет одно и то же – путь в новую и ответственную жизнь. Я наметил в бизнес-плане пункт учеба 10 лет, пункт второй – побольше знаний, третий пункт – сходить в буфет. Особенно волнителен День знаний для родителей, чьи дети впервые отправятся на уроки, говорят. Очень рады вступлению детей в ряды учеников. Конечно, очень ждали, очень волнительный день, потому что это такой важный шаг в жизни и для ребенка, и для родителей, и первый класс. На 11 лет новая ступень. Наверное, больше ребенок мой переживал подготовки к 1 сентября, нежели я. Очень волновалась она и плакала. Так все хорошо. Это у вас первый ребенок идет в первый класс? Да, дочка в первый класс идет. Учителя начальных классов говорят, не менее волнительно событие для них. Признаются, с первоклашками каждый раз словно сами впервые идут в школу. Видишь глазки детей и чувствуешь такой подъем, открывается какой-то творческий такой полет. Ну и вот много разных задумок есть. Желательно, чтобы, конечно, все воплотилось и не помешали нам никакие пандемии. Но прошлый год как показал, что мы со всем справляемся. Я думаю, что в этом году тоже все случится. Образовательный процесс в этом году будет осуществляться, как и в прошлом. Термометрия, дезинфекция и прочие уже ставшие обязательными условия. Среднее звено школьников будет учиться как очно, так и дистанционно. Выпускников и начальную школу это не коснется, сообщили в Управлении образования Канска. Потому что у нас практически 13 учреждений города из 18 учатся в две смены. И так, чтобы разделить детей в разные потоки, в разное время делать перемены и учебные занятия, это, конечно же, представляет определенную трудность как в прошлом году, так и в этом году. Всего в новом учебном году за школьные парты сядут 10 437 учащихся, из них 1144 первоклассника и 397 выпускников. Но помимо них в городе есть и дошкольники, которые также постигают знания. Всего их в этом году 4761 человек. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.